Теперь можно выдохнуть. Позади 4 сложных дня. Юные танцоры одной из танцевальных студий Барнаула только вернулись из Москвы. На днях там прошла национальная премия «Щелкунчик» в сфере хореографического искусства. Крупное событие объединило несколько тысяч детей. Среди них выделились барнаульские танцоры, исполняющие хип-хоп и брейк. Ребята стали лауреатами премии третьей степени. Там вообще принимало участие около 3000 детей. Около 100 коллективов там было со всей России. Из Барнаула там не было ни одного коллектива, кроме нас. И там в основном были современники, эстрада, классика, народники. Уличников было немного. Кстати, к «Щелкунчику» танцоры готовились полгода. На конкурсе, наверное, больше всего запомнился мне гала-концерт. Во-первых, масштабы, которые там были, это было очень круто, очень много конкурсантов, разных абсолютно стилей, и это просто незабываемые эмоции. Сама поездка тоже очень запомнилась, и мне кажется, я буду вспоминать всегда теперь. Это было очень весело, и конкурс сам прошел тоже отлично. Теперь ребята ждут, когда их выступления покажут на федеральном канале. И, конечно же, готовятся к следующим соревнованиям, ведь теперь они заряжены на новые победы. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.